знаешь. Здравствуйте, мои зрители. Вот вечерний Киев. Везде вот свет горит у нас. Вот, ходила сейчас на Укрпочту. Вот, получать очередную посылочку для кошки. Вот, там просто дешевле заказы всякие игрушки. Чтобы котенок занимался. Порода такая игривая, поэтому надо и какие-то развлекалки. Вот, так что заказала, оно практически в два раза дешевле на Алиэкспрессе, чем здесь. Вот, вышла сейчас погулять, только получила игрушку, и тут опять объявили, как говорится, гудки, тревоги. Ну ничего. Вот, это как бы они на, там что-то на территорию взлетает МиГ. МиГ, по-моему, где-то там на территории Российской Федерации, что-то такое. Вот, ну так, посмотрим. Ну гулять же хочется. Вечером целый день работала, вот под вечер надо выйти. На улице плюс 3, тепленько уже. Вот, Таша, свет в огнях, Киев в огнях, вот, пока не отключают. Ну, хотя мне подружка с Голосеевского района позвонила, сказала, что у нее отключили свет. Не знаю, может, это просто в ее районе. Вот, ветер, порывы ветра начались. Вот, Таша, все нормально, все хорошо. Сегодня у нас что у нас? Сегодня четверг, 3 марта, наступление уже весны. Ожидаем, что будет потепление. Вот, так что все хорошо.